Всем привет, с вами Алексей, Харьковская область, Харьковский район, грубо говоря, Харьков. Так, смотрите, нападало много снега 21 января сегодня 2018. Вот здесь у меня растет кустик трапезунда. Как видите, он полностью спрятан под снегом. То есть я решил, ну, обещают морозы, ну, до 23-25 даже говорили, ну посмотрим, скорее всего не будет, но на всякий случай, если выпало много снега, если он рыхлый, забросайте свои растения, не поленитесь, молоденькие, ослабевшие и только что посаженные, и они вам за это обязательно отблагодарят вас. Так, теперь это, напоминаю, с первого участка идет экспериментального видео. Значит, сорта каталонский. Это у меня кустик, который я не забрасываю, он с хорошей корневой. В виде эксперимента посмотрим, что с ним будет дальше. Как он перезимует, выживет ли после мягких польских зим. Напоминаю, каталонский мне привезли из Польши. И, соответственно, уже прикрытые кусты и присыпана корневая. Здесь, видите, следующий куст тоже практически полностью. Остаются некоторые веточки, но я думаю, это не критично. Это тоже эксперимент. Посмотрим, если верхушка замерзнет, а низ останется целым, значит, снег помогает и надо все-таки при больших морозах будет подрезать обязательно. Так, я когда-то оставлял неприхотливые сорта в таком виде, некоторые почки подмерзали, но растение в целом выживало, я вам сейчас покажу. Так, следующий каталонский подприсыпан, следующий малышек полностью засыпан, как видим. Следующий, который подрезан 40 сантиметров над землей, практически полностью. Осталась одна почечка видна. Вот и посмотрим, выживет она или нет. Так, этот полностью укутан, спрятан. Вот кустик, который... Вот веточка, которую я когда-то сажал целичком. Видите, ну она дает поросли. Ну, я не сильно остался доволен результатом. Сорт пирожок. Поэтому лучше либо подрезать, либо полностью укрывать. И вот также каталонский, видите, полностью укутан и засыпан снегом. Ослабленный немного, со слабенькой корневой 3 саженца. Я думаю, все с ними будет в порядке. Вот. И вот такой еще саженец есть. Морозостойкого сорта Боровской. Так, все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. Всем спасибо, всем пока.